А, ну что же, ребята, я... Подожди. Чё, подожди. Короче, если вы не поняли, то это новая серия по GTA 5. Да. У тебя нет дуэлечки? Просто, ребята, мы решили, во-первых, перед магазинами немножко подуэлиться. Вон я хэд прописал Витальке, и поэтому Виталька должен сейчас меня вызвать на дуэль. Вызывай быстрее, просто у меня менты. На хвосте. Цена $100? Ах ты ж писюн старый, ты что, за свою голову $100 ставишь, да? Да. И за то, что мне ментов убрали. Я тебя не вижу, А я тебя не вижу, а я тебя не знаю, а я тебя вообще не понимаю. Да иди, пень, я только тебя заметил. А я тебя не вижу, а я тебя укрою, а я тебя просто-напросто урою. Иди сюда. Я скалаша. Ох, манат! Не-не-не, братан! Не-не-не-не-не, давай, давай без этой хери. У меня она тоже есть. Ну ладно, если ты хочешь. Стоп, почему я ее не могу взять? Потому что я первый взял. Ты где там? Ах ты щемошник, а? Ха-ха-ха! На, получай, падла! Да ёб тети! Давай! Да блин! А все потому что. Я попал по тебе, или я в дерево что ли стрелял? Я не знаю, ты в дерево стрелял, просто спрятался. Ну я просто изи же, я умею играть, я просто скилл в этой вот игре, а ты? Да ёптите! Да, ребята, если вы не знаете, то в принципе в конце мы тоже забабахаем типа ответную дуэлечку, но сейчас мы, как видим, Виталька решил. Блин, у меня РПГ по нулям. Сейчас бы я тебя забабахал. Не то. Мне кажется, все понимаю, но ты, может, не будешь мирных жителей бомбить? Я хитрее. А! Какого хрена? Уеб ты! Да двигай жопу твою! Да! Я с любого оружия тебя сейчас забабахаю. Я сейчас сауга тебя убью, и в итоге будет цель 5 выполнена. 3-0, Виталь, ты, может, что-то как-то поднапряжешься чуть-чуть? Не знаю, как бы лентяй. Знать бы, откуда ты палишь? А, вон вижу. А, валим! Ты бы видел, как она близко пролетела. Твою за ногу! А что ты? Да блин, ну ты успел эту еду съесть, да, получается? Нет, я, у меня просто нулях было. Не, да не бреши ты на нулях, у тебя был ли хп. Потом, точнее, кончились они. Да иди в жопу, Димка, блин! А то... Я саугу тебя поливаю. Иди в пень, а. Да что ты лагаешь? Ты лагаешь, иди в жопу. Я не лагаю, я просто бегаю. Ты лагаешь жестко мне сейчас. Нифига подобного. Не бреши. Это называется игра «Поймай кролика». Я почти зацепил. Да блин, ты забыл. Ох, манать! Ну нихера себе. А мне понравилось. Ничего себе, надо стикер сюда будет забабахать, наверное. Фига я такой быстрый, да? Да бля, что он делает? Он дрочить начал. Нормально вообще? Не, Виталий, это как-то не по скиллу, не по бабке. Не спустился. Вася, ты где? Не скажу. Я вообще ничего не пойму. Ты чё, брат? Понятно. Да твою мать, тап нажал! Да писец. Я выбрал, короче, знаешь, что я выбрал? Никогда не догадайся, что я выбрал. Догадайся, что я выбрал. Случайно. Вообще случайным образом. Не знаю. Пистолет. Черный пистолет. Черный пистолет. Да блять! Мне поезд сбил!
О, брат, ты получается самоуничтожился, если ты самоуничтожился, у тебя 0. Минус 1, точнее. Да почему такое произошло? Эй, брат, ты чё? Подожди, я тебя завалил буквально. У тебя же 0 хп осталось. Все, конечно, ничья. Ничья, короче, Димка. Да нафиг ничья? Иди сюда, тварь. Оля Хахбар! Блин, не докидывают, зараза. А! Валим! Нифига себе ты тут, блин, раскидался. Иди сюда. Иди сюда, говорю. Сейчас тебе покажу, где раки зимуют. Брат. Не, ну это вообще не по скиллу. Ты чего там валишь вообще? А, я покончил с собой. А, у меня гранат взорвалась в руке. Ладно, все, поехали, короче, магазины там бомбить, а? Да, предлагаю, знаешь, что взять две курумы и начать с этого. И для начала не бомбить никого и заехать в амнашку скупиться, потому что у меня вообще ничего не осталось. А, нет, даже можно без амнашки, я могу в Мэри Везер, по идее, позвоните мне. Сейчас, подожди, контакты. Так. Дар, боеприпасы. Блять, это вообще херня. Не-не-не-не. Надо ехать, короче, это. Эклипс, Тауэрс. Три. Почему Эклипс? Что за Эклипс? Знаю, что он за Эклипс. Я беру Куруму, короче. А, это мой дом вообще, Эклипс. Я твою мать вообще ничего не понял. Да не гасись ты, блядь, вылюблю сами. Не, ну теперь по-честному. Окей, давай, короче, бери Куруму и сейчас зайдем. Ну ты что сейчас упала? Это боеприпасы, которые я заказал. А, спасибо. Да, не за что. Где моя Курума, ты видишь вообще? Не. А что за боеприпасы ты вообще заказал, по идее? Да я думал, что это... Ну, знаешь, типа, можно боеприпасы заказывать, когда ты миссию проходишь. Что... Ну, то есть, все боеприпасы. Ага. Ну, короче, Курума моя появилась, твоя появилась или что? Нет, моей нету. Могу тебя покатать, пока твоя не приедет. Да не хочу. Мою на поезде прям доставили. Ну, как доставили? Конечно же, меня просто взяли и показали. Ну, точнее, поставили ее, но в итоге... О, еще какая-то хрень упала, или что? Ясно, понятно. Короче, мне нельзя брать Куруму, я чуть не пойму, куда она пропала. Подкинь мне коммунашки. Спасибо. Да я случайно. Чё ты такая малиновая вся? Как мой пижачок. Ты рак. Да блядь, Димка, ёпта, за ногу, а. Садись давай. Ладно, всё, хватит. Короче, давай в эту умнашку, только без происшествий. Хорошо, без проблем. Блин, обожаю свою тачку, потому что она очень быстрая и бронированная. Так, бабах, а тебе никто ничего не сделает. Не, стой. Блядь, ну ты рак, сука, Димка, блядь. Мне нужно оружие купить, а он, блядь, копов не агрит тут. Ладно, сейчас угоним. Что угоним? Ну звони Лестеру, пускай снимает звезду, господи, ты богатый. Я богатый, слушай, ты тоже богатый. Не, у меня 29 миллионов осталось. Фига я провошел красиво в дрифт. Сколько? 29 миллионов. Куда у тебя? Что ты потратил? А у тебя сколько? Развернись обратно, блин, баран. А у тебя сколько? У меня 60. Ну потому что развернись. У меня меньше типа, миллионов было. Сейчас подожди, я дно помою, а дно чуть-чуть грязненькое. Короче, иди в жопу. Ладно, побежали. Я покупаюсь, короче. А ну подожди, да я покупаюсь тоже. Да какого фига ты, ну ты, блин, ну господи, такой вот жадный, ё-моё. Всю воду истратил на себя, на грязного, господи. Вот дома надо мыться, а не по где попало. Аккуратно давай, поехали, всё. Не теребонь мозг. О, фура, бля, пиздец, охренел. Видал? Фига она, блин, турбованная. Ясно, понятно, сдох. А почему ты сдох? А потому что я, блин, типа, разбился об асфальт. Логично же, по-моему. А нафига ты вообще выпрыгивал? Побыстрее добрался до ножки, я думаю, ну, ты добрался, да? Молодец, поздравляю. Да. А теперь я быстрее тебя скуплюсь, писюнда. Ау, щит! Чё-то там орёт ещё не гасанный. О, ёпта. Пистолет. Так, подожди. Чёрный пистолет. Снайперскую винтовку приобрёл. Не, подожди, нафиг мне оглушитель. Так, короче, я сейчас возьму. Черный пистолет. Ага, нажми сидеть, чтобы бла-бла, все. Здорово, черный пиздюк. Нига, ты не черный. Так, гранаты можно взять. Максимум, отлично. Аук куплю. Не, этот у меня уже есть. Или что? Че, фонарик? Я фонарик купил. 5 тысяч баксов, прикинь. А я оружие себе докупаю.
А, тут тоже максимум. Чего не знаю, мне еще РПГшки нужно купить. Так. А, вон надо на базуку мне купить. Ракетная установка. Ну ты вообще нечем стрелять. Я не знаю, еще пару штук купил. Зачем-то. Хз. Все, я вроде что-то взял, еще бронежилет хочу взять себе. Оу, да. Тоже надо. Так, так, так. Да ё-моё. Да Виталь, господи, ну ты жирный, господи. Это, похудеть чуть-чуть. Да уйди ты, блин. Еще, братцаны. Сейчас, подожди. Подожди, я еще не все купил. Мне надо купить это. Чего вообще еще надо, Натан? Гранаты. Может, мне нет гранат. Где тут контакт? Вот, сейчас механику позвоню, должен, по идее, должны сейчас мне Курумбу доставить. Зачем тебе Курумба? Так, максимум. Курумба, так, отлично. Все, доставил, по идее. Блять, заказал, точнее. Блин, 40 секунд еще. Ладно, подождем немного, ребят. Все, отлично, у меня все максимум, по идее. Все, у меня и гранаты, и все остальное есть. То есть теперь можно спокойно фигариться об стену. Подожди. Ты че с бета? Вот я хочу его. Я буду круги наматывать, потому что я жду, пока мне пройдет еще 30 секунд с санных, и я смогу заказать. А, это пистолет? Грубо. А, вот она. Смотри, байду какую прикупил. Что это? А, ты это купил. Да. Она хоть взорвется или что? Нет, не взрывается, она просто стреляет такими огоньками прикольными. Лолтишь ты. Вау, что там орёт, видела? Они сейчас будут падать, смотри. Они потом падают, ладно, все. Заказывайся ты уже. Наконец-то, блин. Ах ты, падла, ты что сотворил? Ну, упала. Знаешь, что у меня еще где-то было? Во. Смотри. Вот три огонька упало, ладно. Братыч, пошли грабить дом. Чушь ты, домики. А что это такое? А, это гранатомет. Да. Пошли по курумам и поехали грабить эти... Пошли. Слушай, мы по идее опять могли... Значит, я ждал, блядь, 4 минуты, пока ты не взорвал, ну спасибо, блин. Не, только ты мою не взрывай. Не надо, даже не думай. Да ты писюн даже мне. Прям курумби завалил, ну ты, блин, даешь. Что, Нюка, Федор? Что? Ну, что за лаги, блин? Стоп, что за лаги, подожди, я не могу себе ничего взять. Где мой весь арсенал? Ты тут вообще, Виталь? У тебя арсенал за 40 гривен просто. А куда он весь делся, понимаешь? Я не могу не взять. Они украли. Ни одну из оружий не могу взять. Да капец просто, ты меня заберешь сегодня, может быть, или что? Сейчас, Эстеру позвоню. Да монат, я монал, где мой арсенал весь? Я не могу ни один из пистолетов прикупить. Ты что, залагала что-то так? Или... Слушай, по-моему, у нас не получится даже заехать в этот. Можешь от этих пиздюков оторваться? Я в пассивном режиме? Нафиг ты мне пассивный режим включил? Это ты сам включил, между прочим. Когда я включал его? Не знаю. У нас еще полная сеть игроков почему-то. Оторвись от копов. Позвони этому Лестеру. Шмастеру. Сейчас включу. Сейчас все будет. Я пассивный выключил. Я не мог понять, почему у меня пассивный режим. Кто выключил? Это вообще писец какой-то непонятный. У меня, кстати, 6 тысяч забрали за твою тачку. Сраную, ну, говняную. Ну, так нифига еще взорвать. Короче, отрывайся от копов, давай. Понравилось? Детка. Да ты просто космос. Спасибо, я знаю. Короче, валим на этой разбитой обшлюхинской тачке грабить магазин. Так. Деньги давай. За что? Я сказал, деньги давай. За что? Кстати, дай я посмотрю салон своей тачки. Че он какой-то говняный, какой-то бомжатский, вот реально, вот тут могли бы какую-то полочку поставить. Твоя тачка, а? Для туалетной бумаги, допустим, вот прямо передо мной, чтобы для туалетной бумаги поставили какую-нибудь хрень, чтобы я мог туда нанизать ее и пользоваться ею. Фига ты катаешься. Ну так я что постановил? Знаешь фильм «Перевозчик»? Вот это я такой же самый. Да? Только «Перевозчик» нормально ездил, ты, блин, меня угробишь сейчас, господи, и больше никто летсплей не будет писать по GTA 5. Ой-ой-ой. У меня прям сейчас сердце станет от твоей езды, ё-моё. Фига ты мою тачку разбомбил, давай отчини ее, и сказал. Я подумаю, ну ладно, сейчас. Чини ее! А что у тебя тут турбоскорение вообще? Что это за бомжатская тачка такая? В смысле? Тебе не нравится моя тачка? Да, потому что у нее нету, блин, турбоускорения. Ты дурачок, что ли, или что? Я всегда был дурачком. У нее есть турбоускорение? Господи, чини мою тачку быстрее, пока я не начал орать!
Арина, здоровья. А-а-а, мама, у меня тачку разбили. Да ну, Вася! Я не Вася, я ты, во-первых. Господи, ты ее еще и засрал, не знаю, говни покатался. Кому я тачку дал? Прости, телка, не хотел тебя бить, это мужик, ну пофиг. Аныга-ныга. Что, блин? Не стреляй, подожди. Это не я был. Что, серьезно? Я отвечаю, это не я был. А, ты решил сюда прям заехать, да, сразу? Да. С помощью меню взаимодействия вы можете предложить другому игроку просоревноваться с вами в гонке импровизации. Стоп. А, ну это понятно, да. Мы это уже испытывали, что как-то не очень понравилось. Да. Короче. О, там есть качалка, смотри, может вообще качку попиздим. Сейчас. Сейчас будет такое дело. Тормози. Фига тут качалка, я манал. Это не качалка, да. Да, это какая-то мусорская. Срань. Это срань. Короче, сейчас тебе покажу, как надо делать все. Если такой забегаешь... Не, давай для начала еды купим. Подожди, давай, да, вот, кстати, да, я еды куплю тоже. Я сразу точку поставил, чтобы мы могли уехать. Подожди, где еду покупать? А вон, к этому пиздюку подходишь, покупаешь. Да? А ну-ка, проверим. Проверим, брат. Пошло, поехало, давай. Я думал, я покупаю, а в итоге я нихера не покупаю. Смотри. Воу. Все, ты скупился? Сейчас я куплю остальное. Не, подожди, еще нет. В магазине нет товара. Я купил весь товар в магазине, господи, какой же бомжатский товар. Смотри. Подожди! Ну ты козел. Ладно, давай для полной. Ваепика. Фига он опасный, смотри, он какой-то под наркоманией. Я не знаю, он походу накурился и тебе дышит прям в рот. Я не знаю, или куда он там. Смотри, что это с ним? Ну зачем? Блин, ладно, бабки я забрал. Сколько он тебе дал? 2500, слушай, нормально, 2500. Неплохо. Валим. Следующий магазин. Сейчас точку кидаю. Вот у нас тут есть. Так подожди, а если мы сейчас завалимся в другой магазин, нам нас не выгонят оттуда, потому что мы, он потом что нас. Мне кажется, что нас выгонят, потому что уже носкопы на хвосте. Ну, проверим. Мы такие, короче, ребята, вообще бомжи такие. Просто у нас ляма там за пазухами. Но мы грабим автомобильные магазины или обычные какие-то магазины, чтобы заработать 2500. Кстати, теперь я буду грабить, у меня бабок нету. Заткнись, я сказал. Вырубил. Но не его. Ты через стекло стреляешь, не пробивая стекло. Мне просто это интересно. Я что, стекло не пробил? Нет. Потому что это курума моя. Да ты читер сразу. Чё, какой-то жирный длинный. Да какой читер, господи, какой читер? Хотя я читер. Читер? Ой, ёб ты, блин, это ты там? Нет, что это было? Это не я. Это читер уже какой-то, чувак. Прям... Я реально стекла не разбиваю. Это нормально, мне это нравится. Слушай, уже вертушка летит, меня это напрягает немножечко. Ну, потому что у нас три звезды так-то, если ты не заметил. Мы просто магазин ограбили. Просто взяли и ограбили средь бела дня. Как два придурка завалились в магазин, ограбили его и в итоге получили три звезды. Ты еще спрашиваешь, почему у нас вертушка палит? Тебе не кажется, что это глупый вопрос? А тем временем я продолжаю читерить и стрелять сквозь текстуры моей машины. Ну ладно, удачи, короче. Ты стреляй по колесам, ты не смог догонять нас. По идее, я знаю, что тебе скажу. Че? Иди в жопу. Не, я попадаю. Или что, или не попадаю? Попадаю, попадаю. Я думаю, просто не попадаю, просто так трачу патроны и в никуда. По колесам не можешь, и все. Манать! Это все по плану еще. Это все было так и задумано, да? Да. Ну я так и понял. Давай вот этот катафалк возьмем, мне понравилось. Нет. Не хочу это говно брать даже. Ну ладно, не хочешь, не надо. Поехали в магазин, я есть хочу. Я не всю еду, кстати, купил. Что, блин? Сраные читеры. Ты же говоришь, что ты хочешь там читером. У меня оружие пропало, что, блядь? У меня тоже все пропало оружие. Он что, у нас все оружие забрал? Не знаю, что это за хрень. Что он меня опять убил. Мне тоже. Господи, как я люблю GTA 5 из-за того, что мы просто не можем нормально заснять серию из-за каких-то читеров, ребята. Поэтому я не уверен, что мы продолжим дальше ограбить магазины. Что ты можешь сказать по этому поводу, Виталь? Давай попробуем найти это вообще. Да господи, ты передумал, да? Я тоже передумал. Я просто не могу понять, где эта тварь находится, и как его найти, и как его побомбить. Это просто пердец какой-то.
А как он нас из тачки выкинул? Где мое оружие? Все, я, блин, потратил на него лямка этих долларов. Где оно? Я сейчас пойду, ты я... знаешь, что у меня оружие было больше, чем на лям. Я сейчас пойду, реально, я сейчас суд его засужу, этого читера. Господи, ребята, я не знал, что в GTA 5 больше читеров. Думал, в CS-ке побольше читеров. Но в итоге в GTA много читеров. Очень много. Вот сколько мы уже с тобой не записываем, постоянно читеры, да, Виталий? Ну так. Да твою мать. Сбил и поехал. Ах ты, было у меня оружие. Я тебе отвечаю, это просто дичайше. И что будем делать? Давай пытаемся друг с другом слушай, с тобой. Слушай, я вижу какую-то оружейку, сейчас я пытаюсь. Может оружие сейчас вернется, если я куплю одну пушку какую-то, не знаю. Да, я тоже хочу одну пушку купить, просто если мы сейчас опять. Что я опять с тачки? Что? На мне я костер! Горю! Что это хрена, блин? Я горю! Во мне костер! Ребят, вот каким образом? Объясни, пожалуйста, мне. Какого фига? Он во мне костер постоянно! Знаешь, что это делается? Это делается для того, чтобы взять и это выгнать с сервера, понимаешь, нет? То есть ты, он сейчас, короче, полностью берет, тебя засирает там всякими людьми, там, не знаю, чем-нибудь еще. У тебя пинг получается высокий. Во-первых, у тебя также FPS начинает жрать больше. Но это, короче, я смотрел видос Беррика, и в итоге тебя выкидывают за сервера. Помнишь ту серию с читером? Ну? Вот тогда у меня тоже глючило, когда был читер, и сейчас меня начинает подглючивать. Уйдите от полиции, я не могу! Да мне переместило куда-то в жопу какую-то! Я в какой-то камере, блядь, появился. Ты в камере? В какой-то камере, блядь, появился. Я валю, кстати, горю немного, у нас машина горит, я... Я сдох. Ну как сдох? А если так попробовать? Я горящий человек, понимаешь? Так, короче, как фантастическая четверка, там горящий человек бывал. Этот... Факел, или как он? Тогда я возле воды респаюсь, может я пойду вот в воде постужусь, типа. Кстати, это вода. Так, вот вон, рядом. Мне доехать надо. Пару секунд, я доеду, пожалуйста, умоляю, пожалуйста, чити сраный, не бей меня. А что если прикупи, включить приват? Боже, еще, я вообще добежал. Я в воде. Я тоже в воде. Ты горишь в воде или нет? Да? Ты а что я езжу в воде? Я горю в воде. Куда мы, блядь, попали? Ребят, начиная серию, тут ни одного читера не было. Никого. Вообще никого не было. Виталик еще удивился, почему тут никого нет. И говорит, зачем нам пустой сервер? Я думаю, ну, Виталь, ну ты подумай, если мы сейчас будем где-то в полном сервере, мы получим много читеров, все такое. Уже повыходили, видишь, там выходят ребята? Вижу. Ты погиб? Я даже ходить не могу. У меня какой-то блок нахождения, не знаю, что это. У меня тоже блок. Я как-то, блин, знаешь, частями так рыпаюсь. А я вообще не. Я не двигаюсь, понимаешь? Я сейчас горю, во-первых. Во-вторых, я горю в воде. В-третьих, я не могу двигаться. И в-четвертых, я призрачный гонщик. О боже ты мой! Короче. Мама, я горю с ума. Моя башка кипит, как парафиномана. Как жопа. Как жопа Виталика. Да. Ёлки-палки. Я сейчас включу, попробую этот приватный режим или как он там. Пассивный, он тоже не помогает. Да ну чё за бред? Да сколько минут это все идет? Сейчас посмотрю. Ой, меня отлагало. Подожди, я даже не посмотрел, сколько минут, подожди. Сейчас мы уже, ребята, если мы сейчас ничего не сможем сделать, если это падло опять нас убьет, вот как только он нас убивает, сразу все можем сразу заканчивать, потому что смысла в этом уже не будет. Ну пока меня убьют сейчас менты, походу. Я горю костром. Я необъятно. Я, короче, в тачку сел, и я не горю. А я сгорел. Ну, ребят, вы просто понимаете, вот сейчас посмотрите, как у меня сейчас дымится прям из жопы, блин, в прямом смысле. Димка, давай я сейчас заберу. Подожди, вот, я для превьюхи так создам. Вообще отлично, давай забирай меня. У меня 0 хп, у меня хп просто улетают. Бабки мои! Ах он козел. Не вижу смысла больше продолжать играть, нет, потому слушай, что у меня сейчас. Я просто хочу. У меня здоровье вздыхает. Садись. Я сейчас не сяду даже, смотри. Вон тачка горит, чувак. Вон тачка горит, тебе не кажется эта хрень? Не. Кстати, у меня здоровье начали восстанавливаться. Че ты не едешь? У нас машина горит. Ну че она горит? Ну господи, ну и чё, я поеду всё равно так. Короче, ребят, я не знаю, что это за хрень. У меня колеса горят, у меня тачка горит, у меня. Забери меня, пожалуйста, бегом. О, мент загорелся.
Где ты, падла? Я тебе говорю, блин. Это какая-то... Короче, все, я сдох. Я не знаю, смысла нету дальше продолжать. Поэтому я, наверное, оканчиваю. Ты, Виталий, не знаю, можешь продолжать дальше? Ребят, просто это бессмысленная хрень. Я думаю, сами все понимают. Читер просто. От респекта, блин, таким ребятам, которые делают непонятно что, непонятно зачем. Короче, на этом все, ребят. Всем удачи и всем пока. Всем пока, ребят.